Любовь Доронина сегодня официально без приставки ИО возглавила администрацию Сыктывдинского района. Решение приняли местные депутаты на сессии. За высказались 15 человек, двое воздержались. Конкурентом Дорониной выступил один из народных избранников Игорь Бихерт. Он также представил свою концепцию развития муниципалитета. Напомним, прежний сити-менеджер Олег Лажанев сложил полномочия 22 ноября прошлого года. Фактически прекратил работу 6 июля из-за решения суда об отстранении. Экс-глава обвиняют в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. В свою очередь, Любовь Доронина до всех этих событий была первым замом Олега Лажанева, а в 2012-м даже конкурировала с ним в битве за пост районного руководителя.